«Блудный сын», «Путник», «Странник», «Пилигрим», «Бродяга» – картина Иеронима Босха вряд ли является самостоятельной работой, считается внешней панелью утраченного триптиха. Образец позднего периода в творчестве художника отличается строгой и сбалансированной композицией, приглушенной и лаконичной гаммой красок. Здесь гармоничная поэзия коричневых и серых тонов оживлена бледно-красными аккордами. Приглушенный, желтовато-серый колорит тонко передает пасмурный день, столь характерный для дождливой Голландии. Картина схожа с изображением на внешних створках триптиха «Воз сена». Еще более изможденный и оборванный скиталец изображен на фоне одного из самых изысканных пейзажей, выполненных художником. Создано в период от 1950 года до 1510 года. Иногда называют более конкретную дату – 1503 год. Дендрохронологические исследования свидетельствуют, что работа могла появиться уже в 1493 году. Материал – дерево. То же самое, что было использовано в качестве основы для других работ Босха, таких как «Корабль дураков», «Аллегория чревоугодия» и «Любострастие» и «Смерть скупца». Почти наверняка три упомянутых работы были частями одного триптиха. Возможно, к нему же относится и «Блудный сын». Некоторые исследователи считают, что изображение – символ детей Сатурна, меланхоликов. Три других человеческих темперамента были изображены на утерянных фрагментах – медальонах утерянного триптиха. Было по два медальона на каждой внешней створке. Работа первоначально находилась в коллекции Теодора Шифа в Париже. В 1904 году она уже находилась в коллекции Альберта Фитгара в Вене. 29 по 30 сентября 1930 года эта коллекция была продана на аукционе в Берлине, где «Блудный сын» был куплен за 385 тысяч марок и отвезен в Амстердам. В 1931 году музей Байманса собрал денег и выкупил эту работу для себя. С тех пор она находится в Голландском музее Байманса ван Бёнингена в Роттердаме. Вписанная в круг композиция построена на пересечении сухих, узких форм и на преувеличенно-пространственных паузах, пишет Климов. Герой картины, тощий в разорванном платье и разных башмаках, иссохший и словно расплюснутый по плоскости, представлен в странном остановившемся и все же продолжающемся движении. Она почти списана с натуры. Во всяком случае, европейское искусство не знало до Босха такого изображения нищеты. Но в сухой истонченности ее форм есть что-то от насекомого. Это блудный сын, уходящий в отчий дом. Но на худом лице горят завороженные глаза. Они прикованы к чему-то невидимому нами. А сзади него жизнь, покидаемая им. Дом с продранной крышей и полуоторванной ставней реален. За углом мочится человек. Рыцарь обнимает женщину. Старуха выглядывает из окна. Едят из корыцы свиньи. И собачка, маленькая, с сумасшедшими глазами, приспустив голову, смотрит вслед уходящему. Это та жизнь, которую ведет человек, с которой даже покидая ее, он связан. Только природа остается чистой, бесконечной. И цвет картины выражает мысль Босха. Серые, почти горизонтальные тона объединяют и людей, и природу. Это единство закономерно и естественно. А розоватые или сиреневатые оттенки лишь пронизывают это единство ощущением печальным, нервным, вечно изменчивым и все же постоянным. Картина открывает пессимизм Босха, который повсюду видел опасности, подстерегающие человека. Скиталец по земной жизни должен преодолеть тысячи искушений и избежать коварных ловушек. За исключением собаки, которая тоже должна ассоциироваться с клеветой, все прочие опасности подстерегают здесь не плоть человека, а его дух. Прежде всего, это полуразрушенный дом, таверна, слева, воплощающая в себе весь набор мирских соблазнов. О сомнительном характере этого заведения говорят его посетители.
Мужчина, отойдя за угол, справляет нужду. В дверном проеме пара ведет любовную игру. В окне с выбитыми стеклами и полуоторванными ставнями видна голова женщины, с любопытством выглядывающей наружу. По одной из версий, касающихся сюжета картины, считается, что посетитель, которого поджидает женщина, и есть сам странник, который, миновав таверну на своем пути, теперь остановился в раздумье, привлеченный теми удовольствиями, которые она сулит. Одежда переглима и все его дорожные аксессуары символически объясняют его нынешний плачевный вид, греховные наклонности, довершие странника до такого состояния, и готовность вновь поддаться искушению.